По-настоящему познать характер растений можно только на природе. Участники студии изобразительного искусства «Импровизация» летом всегда отправляются на пленэр. На этот раз занятие посвящено растениям, но не всем, а только тем, которые у нас под ногами. Цель – развить воображение. Как известно, воображение может быть развито только на основе большого количества опыта. Да? Опыта зрительного, опыта мыслительного. И чем больше дети видят натуры разной, многообразной, тем лучше у них потом получается создавать свои собственные образы на основе стилизации этих природных форм. Каждый ребенок выбирает себе растение по душе. Кому-то приглянулась колючая крапива, кому-то лист одуванчика или даже целая композиция из трав и цветов. Очень интересно. Я никогда не рисовала на природе. Вот. Я сейчас рисую, в общем, травы. И буду рисовать в центре крапиву и клевера. Сначала наброски в карандаше, затем в ход идут маркеры и черные гелевые ручки. Навык создания графических зарисовок – большое подспорье для дальнейшей стилизации образов. В занятиях дети учатся рисовать не только цветы и травы, но и архитектурные сооружения, причем весьма успешно. Мы рисуем красками, цветными карандашами, ручками и фломастерами. Недавно я рисовала работу на Пасху, она участвовала в нескольких конкурсах и выиграла на ней. Несмотря на то, что летом так много соблазнов, чем заняться, куда пойти, ребята исправно посещают изобразительную студию, где, как ни здесь, можно узнать много нового об окружающем нас мире. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.